сегодня будем есть свинину. В общем, свиной окорок с грушей, запеченной в духовке. Салат. Огурцы, помидоры, крабовые палочки, майонез, соль и сверху яйцо положила. Здесь у нас запеченные овощи, картофель по-деревенски, можно сказать. Да. Просто он у меня в масле, с паприкой и солью чуть-чуть. Все. И здесь у меня грибы, шампиньоны и морковка. Порезанная. Да. Все у нас запечено в духовочке. И будем мы это все дегустировать соусом моим любимым. Это соус или внутренний напиток? Это соус. Наршараб. Я его наконец-то нашла. Сейчас я его быстренько открою. Так, пока сюда положим. Выглядит потом так себе. А он сладкий? Да. Специально для мяса? Вот так вот он. О, как он красиво падает. Как он льется. Вот так вот. Я налью его чуть-чуть. Потому что мало ли вдруг... Не съедим. Да. Все, приятного всем аппетита, кто с нами кушает. Вань, давай хотя бы чуть-чуть. А Маша, я сейчас, знаешь, что забыла ложечку у Вани? Да. Для салат положить. Большую, да? Да. Так, я люблю морковку, я люблю. Вышли из кота. Положь, Ваня, сможешь положить или мне положить? Я положу. Выкладываю ему салатик, потому что Ваня сразу сказал, я хочу салатик. Грибы, шампиньоны, между прочим, запеченные получились. Просто в открытом листе отдельно я запекала. А саму свининку я запекала в этом фольге. Что опять? Как без волоса. В фольге, а потом буквально за 20 минут открыла фольгу. И он уже у меня покрывался золотистой корочкой, как говорится. Так, ну что... Делала для Маши. Вот так вот я налила сюда соусом маленечко. Свининку, Маш, с грушей. Вот я себе маленький кусочек возьму, попробую. Вроде мяско получилось мягонько. Вань, ну-ка пробуй давай. Что? Как сушка вкусная. Какое мясо? Шампиньон. Шампиньон тоже очень вкусный получился. А оно тут нарезано? Ага. Я уже разрезала, да. Угу, бери. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо было ножичком. Вот, возьми, попробуй помочь. Ножичком. Подрежь. Это так долго готовилось, это пипец. Проголодались вообще. Мясо так долго готовится? А мама сказала, что быстро. Ну, я думала, что оно быстро запечется. Но нифига, не тут-то было. У нас вчера был эфир, мы с Ваней выходили. Угу, я что-то видел, напишите. Маша была как зритель с другой стороны. Писала нам тоже, кстати. Вот. И у нас оборвался интернет, короче говоря, у нас очень плохой, и поэтому у нас выкинуло с эфира. И как бы мы ни пытались, мы опять зайти не смогли повторно. Я-то и думала, что-то вы быстро вообще. Да. Поэтому уж простите, что у нас так было все резко. Да, что-то все специально писали в комментариях, писали. Я отвечаю, то, что просто интернет прибрался. Угу. Он здесь писали. Ваня поработал, отвечал на комментарии, сидел. Угу. Еще на вопросики отвечал. Кстати, мне Маша сделала бровки. И себе тоже. Кстати, кто не заметил, Маша реснички себе сделала. Брови я себе не делала. Да, Маша сделала себе только это, реснички. Вкусно. Как мяско, вкусно, да? Угу. Ну вот, слава богу. Так вот, нам вопросик задают. Я, правда, не сохранила, кто.
А снимает ли Маша в ТикТоке? Да. Я... Ну, у меня там пару видео. Сколько там? Штуки три. Меня снимает моя младшая сестра. Папа моего дочь. Как только я приезжаю в Бурунчу, она забирает у меня телефон и сидит в ТикТоке. Я бы тоже хотела бы. По папиной стороне. Ну, у нас и двоюродная сестра ваша тоже снимает ТикТок. Я имею в виду... Я поняла, ты про мою говоришь. С моего телефона я имею в виду. А, да? То, что она заходит на мою страничку и выкладывает там видео. Ничего себе. А почему я на тебя не подписана, мне ты интересно? Ты подписана на меня. А почему тогда у меня уведомлений нету, что у тебя там видео выходит? А потому что мне больше ничего не выходили, как ты подписалась. Да? Вань, ты будешь пробовать мясо? Я кусок большой только отрезала, да? Поменьше возьму. Я не хочу мясо. Там что, внутри даже груша? Конечно, я же грушу-то вовнутрь запихала. Дай мне, пожалуйста, тоже ножичек, я разрежу на мелкие кусочки, чтоб удобнее было. Мама разрезала половину. Ножище такое у нас прям. Сила гранита. Маш, ой, фу, Вань, ты будешь? А? Ты будешь? Не. Ну кусочек вот малюсенький. Не, я не хочу мяса. Помнишь, когда мы один раз ели этот соус на рашарап, он тебе очень понравился, ты его весь съел. Держи, Маш, получше. Потому что он был сладкий, я его просто так ел. Так, следующий вопрос. Да, потому что он сладкий. Играет ли Ваня в Among Us? Да, понимаю. Играет. А мне вопрос, Таня, кто для вас был кумиром в детстве? Для меня был кумиром в детстве это Никулин. Юрий Никулин. Я его вообще просто обожала, когда его не стало. Я прямо помню до сих пор свои чувства и ощущения, как я очень ревела. Я очень сильно ревела, когда его не стало. На свете. Да. Для меня это был самый вообще выдающийся, самый вообще легендарный человек. Прям вообще обожала его. Угу. Все фильмы его смотрела. Потом... В Кавказской пленнице он снимался, да? Да. Вот. В цирке как вот он. Тоже обожала смотреть, как клоун отличный просто вообще. Так. Следующий вопросик. Можно салат? Можно, конечно. Что ты спрашиваешь? Накладываю. Давай. Сейчас я вопросик еще следующий задам. Тебе с яичком положить? Да. Вкусный же салат? Огурцы, помидоры, крабовая палочка и чуть-чуть соли. Все. И яйцо. Ну, яйцо сверху, да, положила крупным куском, чтобы не потерять его в салате. Шампиньоны, блин, такие. Шампиньоны вообще, вот я когда крупно их режу, они гораздо вкуснее, чем мелко их нарезаешь. Они гораздо вкуснее крупные, когда. Так, вот, Зифа Гайсина. Огромнейший приветик вам, спасибо за вопросик. Она задает такой вопрос. Если бы Маша забеременела, ну там в 19-18 лет, какая у вас была бы реакция? И второй вопрос. Сколько лет вашему коту? Кошки. Начнем с котов. У нас кошки две. Одной 10 лет, а второй еще года нету. По поводу второго вопроса. Если бы она забеременела 18-19 лет... Да что, обрадовалась бы, господи, лучше забеременеть, чем не иметь детей вообще, поэтому я к этому отношусь нормально. Мне самое главное, когда Маша говорила, у меня ипотека была, Маша, не торопись, нам еще ипотеку платить. А так, отлично буду относиться вообще. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы она закончила, да, Маш? Да, в 19 как раз закончила. Да? Детей я не планирую все равно. Пока не планируешь. Ну, если будет, если вдруг получится, то я вообще только за. Руками, ногами. Потому что я... А я тоже ногами. Ногами, руками, пятками, пальцами. Ага, ты прикинь, Ваня. Только за. Ты водиться будешь. В 10 лет дядей стать уже. Нормально, чё? Нормально, когда ему будет 10, зато Ване будет 20, нормально. Да. Вот это поворот.
Папа-поворот. Это папа-поворот. Она с Машей мясоедка, поэтому Маша мясо может съесть хоть сколько, да, Маша? Нет. Ну как тебе с грушей вариант? Вкусно. Да? Надо будет делать, да? Только надо было, я так думаю, все-таки конференцию взять грушу, чтобы побольше было сладости. Потому что я взяла другую грушу, подешевле. Ну, я попробую тоже. Попробую. Обалденный соус. Но, который мне привозили, гораздо был вкуснее. Мне его привозили из Турции. Там вкуснее. Намного. Какая злая помидорка. Взять не могу. Так. Еще вопросик тут хотела прочитать. Сейчас найду его. Потеряла? Угу. Вот Бигжан. Бигжан Жандулла. Надеюсь, правильно я прочитала. Привет. Да, огромнейший вам приветик. Задает такой вопросик. Передать сначала приветик Диасу, это муж. Привет, Диас. Огромнейший вам привет. И вот Бигжан задает нам такой вопрос. Сколько длится ваше видео без обрезки? Маш, как ты думаешь? Всегда по-разному. Ну, от 20 до 30 минут. Да. У нас... Больше 30 вроде не было. Кому наконец-то надо было? Тебе не надо. Вот, буквально, ну, мы обрезаем такие длительные паузы или какие-то неловкие там моменты. Чихнул там, вздохнул неправильно. Или сказал что-то неправильно. Да, гыр-гыр-гыр-гыр, когда бывает. Ну, всякое бывает, вот такие моменты. Ну, буквально, да. Может, минут 5-10 мы, бывает, вырезаем из видео. Вот. Так что, ну вот видео, если 20 минут, да, вот у нас бывает в основном 20 минут, значит 25 минут обычно мы снимаем. Да. Так. Снимаем 25, а потом следующему 20. Так, вопрос. Анастасия Лашукова. Надеюсь, я правильно прочитала. Привет. Привет из Кирова. Огромнейший привет Кирову. Да. Привет. Вы очень красивые, милые, добрые. Спасибо вообще огромное. Спасибо. Смотрим вас всегда. Все нравится. Спасибо. Вопрос. В каком возрасте вы родили дочку и сыночка? Незабываемое ли это время для вас? Продолжение предыдущих тем. Конечно, я родила, получается, Машу в январе. Запиваем, кстати, мы молочком. Не сказали? А меня в сентябре. Там вроде вопрос, во сколько лет? Про что я имею в виду? Я родила Машу в январе. Мне было 18 лет, получается, а в марте мне стукнуло 20. В смысле, 18 лет тебе было? Ой, в 19. А мама? А меня мама? 19 лет мне было, а через 2 месяца мне исполнилось 20. Вот. Ну, можно сказать, в 20 лет, да? Что, 2 месяца не считается, поэтому... Да. Еще, а мама меня родила в 29. Да. Ты угадал? Как так? Считал, наверное. Как ты угадал? Ну, 8 минус 30, 37 минус 8 равняется 29. Тебе так-то 9. Значит, 38 минус 9, 40 минус 29. Ладно, пусть будет так. А еще и я математику не знаю. Вот, вот так вот. Конечно, не забываем. Это самое классное ощущение, мне кажется. Особенно, когда ты ходишь. Ходишь 9 месяцев и ждешь этого момента, этого дня, ну когда же, господи. Уже все из последних сил. И вот оно. День Х наступает. На нас. Да. Ну, с Машей как-то было интереснее. Потому что, наверное, первый раз. С Ваней ты уже все знаешь. Это уже не то. Ну, с Ваней потяжелее было. Кстати, Машу очень долго рожали, а меня очень быстро, кстати. Какая у тебя память хорошая, а? Кстати, я и так быстрый, а Маша такая медленная. Все запоминает,
что бывает. А говоришь, память у тебя плохая. У тебя очень хорошая память. Все, мы запомнили. Будешь стихи учить, не отвернешься. Да. Я не за стихов. Я стихи, у меня по стихам плохая память. А вот по жизни у меня нормально, так помню. Я только восьмалые части помню. Ты придуряешься больше, все это хорошо помнишь. Что-то я это... Обиделся. Как мясо. Ты уж третий раз спрашиваешь. А ты как-то кусала? Да. Потому что я очень переживаю. Кусала. Мне кажется, суховато. Попробуй. Нет. Подожди. Мне кажется, тебе кажется опять. Опять кажется? Дай Ване вилку. Ты мне сейчас прям в лоб зарядишь этой вилкой. Ну так мясо очень нежное, да? Но... Я, конечно, вообще первый раз такое готовлю, если честно. У меня просто подружка готовила рецепт, она его мариновала в вине. Я знаю такой рецепт с вином, не один рецепт, они, конечно, по-разному все готовятся, но с красным вином гораздо вкуснее. Вот у меня подружка делала на Новый год в том году. Такое вкуснющее блюдо, просто обалдеть. На, вот еще кусочек один. Вот. Она-то приготовила вообще бомбически. Ой, мясо отпало. Наршарап это вообще. Тебе, Маш, не очень? Почему? С наршарабом, да? Угу. Гранатом он дает. Угу, так он же граната. Ну так, он с гранатой. Вот, надеемся, что... Машка все брякает и брякает у нас. Надеемся, что в скором будущем еще раз выйдем в эфир. Только уже все вместе. Да. А что опять, если Маша уйдет? Ване понравилось опять. Да? Отвечать на вопросики. Да. Ну как вкусно. Мы так долго готовили. Пипец. Все голодали. А Маша занималась. А что мы сегодня вообще кушали? Мы только роллы сегодня ели. Это Маша сегодня роллы ела. Я БПшку ел. А я сегодня вообще ничего еще не ела. Первый раз ем. Время 8 часов вечера, да? Обалдеть. Я помню, то, что я еще что-то ела или нет? О, грибочки вообще обалденные. Тоже как там еще? Омлет я ел. Да, у нас Ваня очень хорошо кушает. Я вообще просто есть хочу, это пипец. Угу. Знаешь что, мама мне помогает? Я не люблю что-то, я что-то медленно на кухне ем, а вот перед телевизором я просто... Угу. Я просто смотрю и ем. Тогда же аппетит вкуснее. Это вкуснее. Очень вкусно. Вы наелись? Да. Да. А ты? Ну, что нужно сказать маме? Спасибо. Ладно. В общем, дорогие друзья, мы ждем от вас лайков, подписки, комментарии обязательно пишите, вопросики. Колокольчик, да, вопросики, колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Приветик. Да мы уж сказали. И надеемся увидеться с вами в следующем нашем видео. И всем пока-пока.